Что находится в моих руках? В моих руках находится газовый баллон. Нормальный газовый баллон. Тридельный, естественно. Вопрос, куда мы его будем ставить? Так вот, мы будем ставить его в машину, которая приехала к нам из Москвы. Мало того, в прошлом сюжете я вам рассказывал и показывал машину, которая к нам приехала из Екатеринбурга. То есть люди сюда приезжают и ставят газовое оборудование. Почему они сюда приезжают? Потому что здесь ставится изумительное газовое оборудование, сделанное в Италии, GFI. Мало того, здесь еще и страховочка такая, и гарантия, естественно. То есть вы, скорее всего, машину свою продадите, потому что 200 тысяч, проедете вы на ней или нет, это ваш вопрос. Потому что вот вы наконец-таки поняли, где вы можете ставить себе замечательное газовое оборудование. Это Магнитогорск. Это самый центр города, проспект Ленина, 95Б. Мимо него вы не проезжаете. То есть, если вы едете на комбинат, мимо него не пройдете. И если вы едете на вокзал, мимо него не пройдете. Берете здесь то, что нужно, и едете дальше. То, о чем мы говорим, о экономии. Сегодня и сейчас экономят все. Как это сделать проще? О, давайте посмотрим на цену вопроса. Средний косячный автомобиль вытаскивает из вашего кошелька сумму в 7,5 тысяч рублей. Тратите на каждого человека 15 тысяч рублей. Понятно, что за бугор качественный, и это свято. Теперь расход топлива. При средней эксплуатации 20 тысяч в месяц. О! Давайте на топливе и срежем. Поставим газ, и это будет круто. К слову о газе. К слову о нас, дебильных детях. Нас, простите, так воспитали. В мелкой Австралии и в не менее мелкой Азии все машины на газу. Мы, конечно, крутые, но 135 миллионов по сравнению с 2 миллиардами как-то курят. И вот посмотрите, там также понимают, как и мы, что зачем вам тратить на бензин по 2 доллара, круче за газ по одному. Я вам сейчас не буду втирать, но поверьте, мое грамотное образование в институте дает такую возможность, и мы поговорим о цене. И чем эта контора хороша? Автогаз-оборудование. По цене это круто. Сюда едут люди из Москвы, из Екатеринбурга, потому что были цены низкими, так они и остались. Здесь работают на гарантии, а она 2 года или 200 тысяч километров пробега. А где все это? Цен-то лучше и нет. Проспект Ленина, 95Б. И вот посмотрите, что за моей спиной. За моей спиной очень большое количество оборудования, которое они поставят на вашу машину. И есть здесь и штуки, которые поставятся внутрь. Вот они, газовые штучки в левой моей руке. И баллоны. И очень много-много различных вещей, которые вам предлагают экономить топливо. Теперь вопрос о вашей экономии топлива. Ну, тут очень все сложно, потому что в городе Магнитогорске все какими-то слухами пользуются. Понимаете? Я прекрасно понимаю, что где-то что-то и может где-то там по ушам проехать. Но вы смотрите автостоп. Автостоп никогда не врал и ничего не собирается делать. То есть автостоп говорит, если вы ставите газовое оборудование, экономите прежде всего вы. Поэтому ставьте, никаких проблем нету. Проблема возникает у газелистов, потому что так часто случается, что у них даже нету свидетельств о эксплуатации их газового оборудования. Представляете, машина едет, и что там с ней, не совсем понятно. Здесь никаких проблем нету. Ездите спокойно, потому что вы экономите. А если вы захотели машину продать, то вам сделают бесплатную снятие газового баллона и, естественно, немножко там уберут. И все. Продаете машину, человек ставит эту машину на бензине, потом приезжаете, он заплачивает те же самые деньги, ставит себе газовое оборудование, и дальше не очень круто, кстати. К слову о том, что вы вообще не должны понимать, это бредни. Помнится Платон. Так вот, Платон, это ограничение грузовозов, потому что 18 тонн на ось, больше не получается. А то раньше, представляете, грузили на американских тягачей, им вообще фиолетово, сколько они потащат, да, 40 тонн, ну, естественно, асфальт валился. А, к сожалению, или, может быть, к счастью, а вообще это точно непонятно. То есть, если, допустим, мы сейчас грузанули тех, кто реально наши дороги разваливает, почему мы должны платить транспортный налог? Но это уже вопрос к другой теме, потому что, помнится, Петр Иванович Тумин, покойник наш, замечательный человек, просто исключительный человек, он сказал, что не надо давить наших автолюбителей. Мы не такие уже богатые, понимаете? 19
тысяч можно было платить, но 52, ну это уже вопрос к Челябинску. А так, по сути событий, где вы ставите газ? Только здесь. Потому что посмотрите, какой ассортимент. И это в действительности дешевая цена для вас, господа. Почему это так? Ну, как вы видели склад, я вам абсолютно честно скажу, что ни у одной конторы такого склада просто нету. Баллоны на 42,53 литра есть в огромном количестве. Комплекты ГБУ и комплектующие тоже. Телефон запишите, а кто смотрит, то вот он. 45 47 67. Ну а про цену я вам говорил. Такая цена и меня устраивает, да и многих других. То бишь ставим грамотное оборудование в комплексе и получаем результат. Мы экономим топливо. Во как! Экономия в 2 раза на отечественных машинах и в 3 раза на крутых автомобилях. По одной простой причине. Крутящий момент на объемниках в разы больше. И чтобы вы просто промолчали, но я ехал на 600-м Мерседесе из Екатеринбурга и никуда не гнал. В итоге 550 километров и всего 50 литров топлива я съел на 6-литровом моторе с 12 цилиндрами. Блин, был бы газ, была бы еще большая экономия. А так круто и правильно. Я поставлю себе газ, это точно. И в этой конторе, в автогазоборудовании по проспекту Ленина 95Б. И где все это ставится? А ставится все здесь. Центр города. В городе, естественно, очень много газовиков. Но кто из них работает с Ленина? Ну кто, кто? То есть, скорее всего, у всех там вылетают такие вещи, которые, по сути, не надо было бы, да? Но мы говорим о грамотном и качественном установке газового оборудования. Так круче, чем GFI, его и никто не ставит. Где они расположились? Ну, несколько мест было разных, понимаете? Сначала они проехали и показали, что и Ленинский район может. Они работали на химчистке рядышком там. Вот. Потом они показали, что и Орджоникидзевский район может. И наконец-таки вернулись в то самое место. Потому что, ну извините, так, чтобы поставить все это дело, это где вы еще найдете? Вот это самое место, Ленина 95Б. Исключительный, замечательный вариант, где вы можете себе поставить газовое оборудование. Оно ставится прямо здесь. Прямо здесь вы себе можете поставить газовое оборудование и экономить. К примеру, как я это делаю я. То есть я экономлю каждый год, каждый месяц, естественно, 11 тысяч рублей. Если все это дело перемножить, то, в принципе, хватит денег и на то, чтобы хорошо где-то грамотно и отдохнуть, то делайте, как я, но думайте сами, прежде всего.